Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку в семье партийного работника Теймура Салахова. Его жены Сон и отец был арестован в 1937 году и расстрелян в 1938 году. Лишь в 1956 году с его семьи были сняты обвинения за отсутствием состава преступления. В 1950 году он окончил художественное училище имени Азима Зиме-Заде в Баку, но строчка «Сын врага народа» в биографии помешала ему поступить в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В 1957 году, несмотря на это, он окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова по специальности художник-живописец. В период 1963 по 1974 годы преподавал в Азербайджанском государственном институте. Искусств имени Алиева. А с 1975 года в Московском художественном институте Сурикова уже первые работы, созданные во время учебы в училище и в институте, «Волны», «Стакады», дипломная работа в Суриковом институте «Свахты» привлекли внимание зрителей и специалистов. Вскоре он стал одним из наиболее известных советских художников периода оттепели, одним из основоположников так называемого сурового стиля в живописи, который был вызван приглаженным реализмом сталинского времени. Видное место в творчестве художника занимает цикл произведений о нефтяников Азербайджана, в числе известных работ картины, как «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Над Каспием», «Женщина Пшерона», «Утро на Каспии». Большой успех имел и портрет на галерее художника, в том числе такие работы, как «Айдан», «Портрет матери», «Портрет Дана», а также галереи образов деятелей культуры, как композитора Шостаковича, Каракараева, Фикре Тамирова, художника Рушенберга, актера Шелла, писателей Мирзали Кверасабира, Расуля Арзы, Гассе, Максуда Брагимбекова и других. Произведения представлены в крупнейших музеях России, Азербайджана, Украины и в других странах. Его неоднократные персональные выставки проводились в... в родном городе в Баку, в Москве. Работал он ответственным секретарем Союза художников Азербайджана, представителем Союза художников Азербайджанской ССР, занимал должность первого секретаря правления Союза художников СССР. Скончался великий художник 21 мая 2021 года на 93-м году жизни в одной из клиник Берлина от воспаления легких. Художник будет похоронен в Баку.